Российский церковный поместный собор, проходивший в 1917-1918 годах, стал поистине вершиной церковной жизни. Вершиной не только синодального периода, но и, наверное, той недосягаемой вершиной и для нашего времени. Соборная работа, которая продолжалась в течение года даже больше года, и не пришла к своему завершению, потому что была насильственно прервана э, государственными органами в процессе революционных событий в нашей стране. Э, она пришла к тому, что в ходе нее были приняты очень серьезные решения о будущем устроении церкви. Многие из них, конечно, не смогли быть реализованы, но... Сам дух соборных решений продолжает оставаться как бы, для нас светом, маяком в нашей церковной жизни. Главным достижением Священного собора 1917-1918 годов считается восстановление в русской церкви патриаршества. Патриаршество было ликвидировано во время правления царя Петла I. Был осуществлен переход к коллегиальной системе управления через Святейший Синод, но главным орбитлом э, в делах церковных считалось государство и сам самодержец, император. С отречением в феврале 1917 года императора Николая II от престола русская церковь оказалась в таком положении, что все правовые документы, на которых основывалась ее жизнедеятельность, были завязаны на фигуру царя. Все указы Святейшего Синода должны были начинаться словами по указу его императорского величества. В 1917 году Временное правительство иногда пыталось подменить собой царскую власть и в некоторых вопросах пыталась э, диктовать церкви свою волю. И, конечно же, это не могло продолжаться дальше, это воспринималось совершенно отрицательно широкими слоями церковной общественности. И нужно понимать, что в те годы церковь была не чем-то маргинальным, как сейчас, не чем-то занимающим только интересы очень узкого слоя российского общества, но она действительно представляла интересы широких слоев. Все крестьянство практически было членами церкви. Очень большая часть интеллигенции тоже считала себя членами церкви. Более того, они активно участвовали в церковной жизни. Многие чиновники, высокопоставленные генералы – становились попечителями приходов, старостами церквей, как в своих собственных имениях, так и в городах. И э, очень активно участвовали в церковной жизни. До революции проводились э, длительные дискуссии о том, каким должен быть церковный собор. О том, что он должен быть, понимали все. Но каким он должен быть? Была, была точка зрения, что это должно быть действительно очень широкое церковно-общественное собрание, а была, была точка зрения, что это должно быть узкое э -э, мероприятие только для духовенства. Действительно, во вселенских соборах, которые проходили в течение первого тысячелетия в Вселенской Церкви, участвовало только духовенство. Э -э, и... Многие, например, митрополит Антоний Храповицкий отстаивали эту позицию, что только епископат должен участвовать в решении церковных вопросов. Но э, то широкое общественное движение, которое было в Российской империи в начале XX века, не могло обойти стороной церковные вопросы. Церковные вопросы постоянно поднимались на страницах газет. Церковные вопросы постоянно поднимались в Государственной Думе. А государство тогда еще не было отделено от церкви. Церковь считала себя неотъемлемой частью государства, точно так же и государство считало церковь своей неотъемлемой частью. И церковные мероприятия, богослужения, торжественные молебны, крестные ходы, они привлекали очень большое внимание. И поэтому восторжествовала вторая точка зрения, что на соборе должны быть представлены все слои российского общества. Я не буду сейчас касаться подробно самих решений собора. Он сделал действительно очень много, хотя большинство его решений остались нереализованными, потому что очень сильно менялась обстановка стороне и те решения, те документы, которые писались э, для ситуации до революционной, даже для ситуации семнадцатого года, совершенно перестали работать в послереволюционной России в обстановке военного коммунизма, в, останов... в обстановке террора и репрессий, в обстановке гражданской войны. Тем не менее э, Патриаршество, которое было восстановлено на соборе, просуществовало вплоть до кончины святейшего патриарха Тихона. И надо сказать, что само государство, советское государство, приняло решение собора в некоторых своих документах, повторив их, в частности, то, что касается приходских общин. И... По, по решениям собора, особенно касающимся устройства приходов, стали жить многие церковные общины за пределами России в эмиграции. Миграции оказалась очень большая часть э, цер, как церковного общества, так и э, многих представителей российского общества. Я хочу сегодня рассказать о составе. Всероссийского поместного собора. Для нас сейчас вполне естественно, что когда собирается церковный собор, то туда съезжается только лишь духовенство, и духовенство что-то там для себя решает, какие-то свои внутренние вопросы. Но Всероссийский поместный собор 1917-1918 года был действительно широчайшим общественным мероприятием. Более того, он был наверное, самым представительным собранием э, в те годы в Российской империи, в Российском государстве. Потому что Государственная дума, в общем-то, прекратила свои занятия. Э, учредительное собрание, едва собравшись, даже не в полном составе, тоже прекратило свои занятия. Э, советы, всевозможные всероссийские съезды советов, не были такими уж представительными собраниями, поскольку представляли большей частью только лишь отдельные классы российского общества. А на Всероссийский поместный собор были избраны представители от всех епархий русской церкви. Да, это, там были представлены именно верующие люди, православные люди – но они составляли в то время большинство по разным оценкам до от 70 до 80 процентов населения российского государства. Решение, окончательное решение о проведении собора принадлежало временному правительству. оно было принято в июне 1917 года. В то же самое время, когда постоянно откладывался созыв учредительного собрания, что вызывало недовольство во многих кругах российского общества, а вот Церковный собор смогли провести, временное правительство выделило достаточно большие средства на проведение э, поместного собора. И э, были объявлены, как раз летом 1917 года, были объявлены выборы на всероссийский поместный собор. Они были, были многоступенчатыми. Как это было традиционно для Российской империи, точно так же выбирались и депутаты Государственной Думы. То есть приходские собрания сначала делегировали представителей на благочиннические собрания в пределах примерно уезда. А эти благочиннические собрания уже посылали выборщиков на епархиальные собрания. епархии, как правило, в те, в те годы совпадали с губерниями. И уже на губенском уровне епархиальные собрания, духовенства и мирян, иногда собрания назывались, иногда съезды, избирали делегатов на всероссийский поместный собор. Это проходило в июле. Не во всех епархиях смогли избрать делегатов так, как предписывалось постановлениями святейшего синода, некоторые епархии были в районе боевых действий. Западные в некоторых не успели получить и собрать. и тем не менее в 1917 году всевозможные собрания проводились очень часто и к августу месяцу, к началу Всероссийского поместного собора был, был сформирован вот этот корпус членов, которые представляли действительно все уголки Российской, Российской империи, Российского государства, и не только. Они были приглашены еще и представители от зарубежных епархий. В то время в Российской церкви было две зарубежных епархии. Японская, основанная святителем Николаем, Uh, и uh, североамериканская. Uh, и даже от этих епархий смогли приехать... От японской приехал один представитель, uh, как делегат, от, uh, за, замещающий епархиального архиерея. От североамериканской епархии смогли приехать даже три представителя, несмотря на все трудности военного времени. Uh, и... Значит, как же формировалось представительство на, на, на собор? Э, от каждой епархии был один э, представитель по должности, то есть епархиальный архирей э, или временный управляющий епархией, должен был быть членом э, Всероссийского поместного собора по должности. Если в течение собора э, происходила замена, перевод архиерея с одного места на другое, то это тоже отложилось в составе собора. Э, приезжал заместитель или тот, кто э, вступал во временное управление епархиями. викарные архиереи, которых в то время было уже достаточно много, э, по, э, практически в каждой епархии был викарный архиерей, в некоторых было 2-3, э, не входили автоматически в число членов Всероссийского поместного собора. Дальше э, постановлениями Святейшего Синода обеспечивалось равное представительство на соборе духовенства и мирян по вс всего делегации от каждой епархии должна была насчитывать шесть человек а, поровну представителей духовенства и мирян один представитель духовенства входил в собор по должности значит епархиальный съезд должен быть должен был избрать двух человек от представителей духовенства а, и эти в число этих двух представителей духовенства могли входить как монашествующие так и приходские священники, диаконы, псаломщики, потому что псаломщики в то время считались представителями духовенства, представителями клира. Это сейчас у нас псаломщики назначаются из числа мирян и не считаются представителями клира. А три остальных места в составе епархиальной делегации отводилось мирянам. Часто это были преподаватели духовных учебных заведений, которых в Российской империи было достаточно много. И, представи, конечно, преподаватели их были высокообразованными людьми и могли достойно представлять епархию на, на, на соборе. Но среди мирян, представителей э, от епархии, были как э, крестьяне, так и рабочие, военные чиновники, купцы, то есть представители всех слоев тогдашнего церковного общества. Надо сказать, что люди э, очень э, активно относились к приходской жизни, активно входили в приходские советы своих храмов, и также, вот как, как мы увидели, изучая э, представительство э, епархии на соборе, очень активно подошли и к участию в соборе. В такие очень сложные революционные годы, когда само передвижение по России было связано с большими трудностями. Люди садились в поезда, ехали за тысячи верст в Москву, испытывали всевозможные лишения как в пути, так и в самой москве 1917 1918 года только для того чтобы стать участниками этого величайшего церковного события только для того чтобы выразить голос своих собратьев прихожан для того чтобы выразить свои мнения о грядущей жизни российской церкви которая, как я повторяю, осталась после отречения государя-императора от престола, э, осталась практически в правовом вакууме. То есть все предыдущие решения были утверждены царем э, и были завязаны на священную особу государя-императора, многое оставляя на его воле. Даже утверждение, даже утверждение епископов на кафедрах, хотя... Э, Выборы епископов производил святейший синод. В конечном итоге он подавал несколько кандидатур на утверждение императора, и уже император утверждал одну из кандидатур на кафедру. В 1917 году временное правительство ввело выборное, э, вело выборное начало в замещении кафедр. Более того, с помощью выборов замещались не только вдовствующие кафедры. Возникла практика подтверждения полномочий и тех архиереев, которые уже находились на своих кафедрах с дореволюционных времен. И во многих, в некоторых епархиях архиереи были отстранены решениями епархиальных съездов. Или даже еще, еще уже каких-то каких общественных групп. Например, в Саратове, в Орле архиереи были арестованы и припровождены в Петлоград. И когда прибыли в Петлоград, например, саратовского епископа Досифея, когда прислали под конвоем в Петлоград, ни святейший синод, ни правительственные органы не поняли, что с ним делать, его тут же отпустили, но на кафедру уже не возвратили. В том же Киеве. Э, националистические организации требовали смещения с кафедры э, митрополита Владимира. Но в то же время во многих епархиях были избраны достойнейшие пастыри. Так в Москве на э, московскую кафедру был избран э, будущий святейший патриарх Тихон Белавин. В, во Владимире тоже будущий святейший патриарх Сергий Слогородский. В Харькове будущий первый раз зарубежной церкви Антоний Храповицкий, в Петлограде будущий священномучник Вениамин Казанский. Во многих епархиях были избраны вполне достойные пастыри. Но э, все равно вот это выборное начало было несколько дискредитировано в глазах церковной общественности. Э, и поэтому требовалось утвердить, соборно утвердить, не временным правительством, как органам в делах церкви несколько некомпетентным, а именно церковным органам вот все, весь этот порядок управления церковной жизнью. Итак, значит, в заседаниях собора, который начал свою работу в праздник Успения при Святой Богородице в городе Москве, приняли участие всего 566 избранных, назначенных или приглашенных членов. Это, конечно, очень большое количество людей. И они представляли все епархии православной церкви, в том числе, как я сказал, две зарубежных. Но а представляли не только епархии. Кроме епархии были, представ были представители еще от духовных академий, как э, высших учебных заведений православной церкви. Четыре было в то время духовной академии. Э, но и светские университеты тоже. Каждый из десяти тогдашних университетов Российской империи, тоже делегировал своего члена, своего представителя на Всероссийский поместный собор. Делегировала своего представителя Российской академии наук. Несколько человек было делегировано от Государственной думы. Несколько человек были приглашены из состава Государственного совета. Огромное количество людей было призвано в действующие армии и флот. До 12 миллионов человек насчитывала э, армии и флот вместе с столовыми частями. Из них около 7 миллионов было на фронте. Э, и, конечно же, такая огромная масса тоже должна была при, быть представлена. Э, было принято решение о том, что каждый фронт представляет э, по двух делегатов. И действительно в действующей армии прошли собрания, солдатские офицерские собрания, которые выбрали своих представителей на всероссийский поместный собор. Представила своих делегатов военно-морское духовенство, как отдельный, как отдельный институт. Были представлены делегаты от лавр, Александра Невской лавры, Троицы Сергиевой лавры, Пачаевской, Успенской лавры, а некоторых монастырей, например, Валаамского, Соловецкого, Оптиной пустыни, Саровской пустыни. Съезд монашествующих, да, в то время проводились и такие съезды монашествующих, тоже избрал 10 своих представителей на Всероссийский поместный собор. Наконец, несколько мест было предоставлено единоверцам, то есть тем старообрядцам, которые к 1917 году воссоединились с Российской Православной Церковью. Правящие архиереи и временные управляющие епархиями, как я уже говорил, признавались членами собора по должности. В состав собора полностью вошел Святейший Синод тот Святейший Синод, который был сформирован решением Временного правительства в мае 1917 года. И, кроме того, вошел еще предсоборный совет около 30 человек, тоже выдающихся деятелей, общественных деятелей, и церковных деятелей и ученых, которые участвовали в подготовке. Всероссийского поместного собора и были назначены святейшим синодом э, в, в июне 1917 года. В работе собора приняли участие представители румынской и сербской православных поместных церквей. Но представителем сербской церкви стал архимандрит Михаил Урошевич, который был представителем сербской церкви в Москве и достаточно долго жил в Москве, и очень хорошо знал вся, 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 вся церковная Москва. А из Румынии, в то время бывшей союзницей России в Первой мировой войне, приехал епископ Никодим. Который впоследствии э, в конце 1930-х годов стал румынским патриархом. По причинам военного времени на Соборе не были, не были представлены восточные патриархаты, потому что все они к тому времени находились на территории Османской империи, э, и, а также не были представлены автокефальные церкви, которые существовали на территории Австро-Венгрии. Карловатская, Буковинская метрополии. Они были в то время автокефальными. К ним обращались как к автокефальным церквям. Но поскольку Россия находилась в состоянии войны как с Османской империей, так и с Австро-Венгрией, то представители от них не были не приглашены на собор и не могли бы, конечно, приехать, даже если бы были приглашены. Всего в соборе было избрано около 600 делегатов, но не все они смогли приехать. Как я уже говорил, 566 человек было, приняло участие в соборе. Конечно же, работа собора, там был и отдел личного состава, который сложайшим образом проверял полномочия всех его, его членов. Работа соборных органов не была завершена в полной мере потому что в сентябре 1918 года поместный собор не смог продолжать дальнейшие свои заседания просто по той причине, что советская власть отобрала у него помещение. Ну, как тогда, э -э, собор не разгоняли, как разгоняли учредительные собрания в свое время, но собору э -э, предложили прервать занятия, потому что и помещение, которое он занимал, это соборная палата в Лиховом переулке и здание Московской. Духовные семинарии, существующие до сих пор, потребовались советской власти для проведения очередного съезда Советов. Предполагалось, что перерыв будет временным, но, конечно же, после этого, когда уже осенью 1918 года начался красный террор, гражданская война усилилась, уже невозможно было собраться. Собор проходил в три сессии. Первая сессия прошла в 1917 году, и э, вплоть до декабря месяца именно на этой сессии она стала самой драматичной э, и самой насыщенной. Э, в течение нее, в начале сессии, в августе, сентябре, э, делегаты еще только формировали повестку дня, то есть только собирали то огромное количество вопросов, которые им предстояло решить но уже в октябре э, началась дискуссия о восстановлении патриаршества. Эта дискуссия была э, обострена тем, что в Москве началось вооруженное противостояние, начались бои. Именно как раз во время этих боев в Москве э, Собор принял решение о восстановлении патриаршества, э, избрал э, на патриарший престол московского митрополита Тихона и сформировал основные органы в ноябре, в начале декабря, сформировал основные органы управления Российской Церковью. То есть подразумевалось, что святейший патриарх будет не единолично управлять, а по традициям Российской империи при нем будут действовать постоянные органы, не периодически собирающиеся время от времени, несколько раз в году, а именно постоянные органы, коллегиальные постоянные органы, которые будут обсуждать вопросы и предлагать свои решения на утверждение Святейшего Патриарха. Такими органами стали Священный Синод и Высший Церковный Совет. В состав Священного Синода вошли только епископы. А в состав Высшего Церковного Совета были избраны, кроме епископов, так и э, представители духовенства, в том числе туда вошли, ну, не было избрано ни одного диакона, но псаломщики были избраны. И также представители мирян. Причем представителями мирян стали видные профессора, э, ч чиновники администрации Российской империи, которые э, имели большой опыт в решении различных административных вопросов, которые имели большой опыт работы в правовом поле, существовавшем тогда. И этот, вот эти органы, Священный Синод и Высший Церковный Совет, которые э, работали регулярно, они собирались на свои заседания несколько раз в неделю, один-два раза в неделю мы собирались на совместные заседания, потому что часть дел по решениям э, Всероссийского поместного собора была э, отнесена к компетенции совместного собрания священного с синода и высшего церковного совета. И в течение вот этих вот э, 1918 -го и части 1919 -го годов, Органы высшего церковного управления, вот священный синод и высший церковный совет, активно работали. Да, их состав менялся, какие-то их члены выбывали, уезжали из Москвы, какие-то приходили им на смену, он уменьшался этот состав, но он продолжал работать. Священный синод и высший церковный совет были избраны всероссийским поместным собором на три года. То есть подразумевалось, что, что в 1920 году должен будет снова состояться всероссийский поместный собор и переизбрать органы высшего церковного управления. Как мы знаем, этого не состоялось, этого не могло произойти, потому что э, советская власть категорически не была в этом заинтересована и, конечно, бы не разрешила никакое представительное церковное собрание. И сам состав Всероссийского поместного собора, который проходил в течение 1917-18 года, постоянно уменьшался. Вот эти вот 500 с лишним человек, которые собрались осенью 1917 года в Москве, не все они смогли продолжить свою работу. Кого-то из них затребовали к месту службы, Потому что в 2017 году государственные органы еще функционировали. Кто-то был вынужден уехать к своим семьям. В обстановке гражданской войны это было очень существенно, находиться со своими семьями, быть готовыми к эвакуации, к бегству, к спасению их. Кто-то потом не смог вернуться с рождественских каникул. Собор возобновил в январе. 1918 года свою работу, но уже в уменьшенном составе. Около трети э, членов э, Всероссийского поместного собора, которые не смогли э, приехать, э, не, были замещ... не были замещены и заместителями. Хотя изначально была введена такая процедура, что если член Собора не может дальше участвовать в заседаниях, то он, то он должен был с, замещен своим заместителем. Заместители, причем изначально избирались вот этой демократической процедурой на съездах духовенства и мирян. Но мы знаем, что в конечном итоге больше половины э, членов собора не смогли продолжить в нем работу в течение второй и третьей сессии, но на смену им пришло только 12 человек заместителей. И сейчас, за последние годы, мы, то есть такая редакционная группа, которая работает при Новоспасском монастыре и готовит к изданию документы собора, ведь они так и не были изданы в свое время в полном объеме, проанализировали. Сколько человек приняло участие э, и э, попытались восстановить их биографии, попытались восстановить их жизненный путь. Что же за люди были эти члены Всероссийского поместного собора? А многих из них известно очень хорошо. Те же иерархи, э, священномученики, э, а других меньше потому что множество было рядовых священников, которые потом уехали к местам своей службы, и некоторые из них даже затерялись в круговороте революции и гражданской войны. Было множество мирян, опять же, как известных, которые потом стали выдающимися деятелями, например, российской эмиграции, так и совершенно безвестных. В соборе приняло участие около 20 крестьян, и об этих крестьянах мы очень мало знаем сейчас получается так что мы подготовили к изданию биографии биографии членов собора в том составе в котором их было возможно вот этих 600 человек участников собора как избранных и не приехавших так и прибывших для участия во Всероссийском поместном соборе. И около половины этих биографий кончаются работы этого человека на поместном соборе. То есть более чем... Примерно о половине мы ничего не знаем. Что с ними потом произошло в перипетиях нашей трагической истории. Может быть, они погибли, может быть, были впоследствии репрессированы, может быть, прожили какую-то жизнь дальнейшую. И э, вот эти люди, которые взяли на себя ответственность за судьбу российской православной церкви в такое э, очень тяжелые годы испытаний, оставили свои дома, оставили свои семьи оставили свои места жизни, служения и подвергли свою жизнь, ну, без, без всякого преувеличения смертельной опасности. Э, собор ведь продолжал в те дни, продолжал свою работу в те дни, когда на улицах Москвы стреляли из пушек, винтовок, пулеметов. Они, безусловно, заслуживают памяти, они заслуживают особого упоминания. Вот сейчас в... В том здании, где проходили заседания собора, это так называемая соборная палата в Лиховом переулке, дом номер 6, она восстановлена, ее сейчас занимает главное здание Православного Святотихоновского гуманитарного университета, условен храм в честь святых отцов Всероссийского поместного собора. Потому что из этих 600 человек множество стало было прославлено в лике святых. Как архиереи, так и монахи, священники, миряне были прославлены в лике святых. И по церковной традиции, как мы чтим память святых отцов Вселенских соборов, точно так же мы теперь Недавно с 2018 года стали чтить и память святых отцов Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов. И пусть их образы не похожи на иконописные образы тех древних отцов, это люди со своими э, убеждениями, иногда со своими ошибками, иногда со своими вполне конкретными, определенными политическими взглядами. Тем не менее, именно они составили цвет э, Российской Православной Церкви, э, и именно на, на их плечи Господь положил ту ответственность за судьбу Российской Православной Церкви, и они э, полностью достойно ее понесли. Что касается состава собора. Был создан, как я уже говорил, такой механизм для того, чтобы духовенство не превалировало на соборе. И на первой сессии, с учетом представителей от университетов, от действующих армии и флота, которые большей частью были мирянами, получил, а, также, а также мирян членов Предсоборного совета, получилось, что на первой сессии действительно преобладали миряне. Их было 53% от общего, состава, от общего состава собора. Но численность сословий снижалась несколько пропорционально. Но так получилось, что на второй сессии число мирян составляло уже 51%, то есть было практически поровну. А на третьей сессии, вот этой последней сессии, которая начала свою работу в июле, 1918 года и работала два месяца э, с середины июля до середины сентября 1918 года, на ней превалировало как раз духовенство. Их было 51 процент против 49 процентов мирян. И, таким образом, все утверждения о том, что Всероссийский Поместный Собор был каким-то неканоническим собранием, они, конечно же, являются несостоятельными. Именно на первой сессии при преобладающем большинстве мирян были, был избран Святейший Патриарх, было принято решение вообще о восстановлении Русской Церкви Патриаршества, были приняты решения о принципах высшего церковного управления. Причем все эти решения были разработаны с четким знанием, как канонического права, древнего церковного канонического права, так и э, светского права. И, конечно же, не вина Всероссийского поместного собора, те, кто разрабатывал это, эти постановления, а то, в том, что впоследствии э, жизнь нашей страны оказалась вне правового поля, что во многом эти правовые основания стали нарушаться государством. И э, реализация решений Всероссийского поместного собора оказалось практически невозможно. Тем не менее, как я уже сказал, многие решения, касающиеся, например, приходской жизни, о том, что в приходах должны быть организованы приходские советы, что эти советы должны взять на себя ответственность. Как за, как за сами здания храмов, так и за храмовое имущество, э, так и за обеспечение духовенства, они оказались вполне жизнеспособными. Конечно, и советская власть приложила потом немалые усилия для того, чтобы э, воспрепятствовать приходским советам, состоявшим из активных мирян, в этом деле осуществления. Э, своих своих полномочий. Конечно же, если говорить о представительстве всей России на поместном соборе, то нужно сказать, что постепенно это представительство сокращалось, потому что постепенно становилось все более и более недоступны разные удаленные регионы: Дальний Восток, Сибирь э, в 1918 году стали практически недоступными. Юг, Украина, охваченные гражданской войной, Украина оккупированная германскими войсками. И там как раз тоже, несмотря на германские войска, тоже раздогоралась гражданская война. Уже в то время, как проходил поместный собор, начались репрессии против его членов. Некоторые члены, например, епископ, Нестор Камчатский, епископ Ефрем Серенгинский арестовывались представителями советской власти по различным соображениям. И в том числе их поместный собор пытался ходатайствовать об освобождении своих членов, но, конечно, эти ходатайства не принимались. Я уже сказал, что на Всероссийском поместном соборе были крестьяне, но в то же время у Всероссийского поместного собора был очень высокий образовательный уровень. Епархии очень ответственно подошли к выборам своих представителей на собор, и почти 70% соборян имели высшее образование. В соборе участвовало около 30 докторов наук, из них 12 докторов церковной истории семь докторов богословия, три доктора церковного права, два доктора истории, два доктора филологии, доктор государственного права, доктор политэкономии. 78 делегатов собора имели степень магистра наук, которая в то время стояла выше кандидатской степени и позволяла, как раз степень магистра позволяла занимать профессорские должности в университетах. 219 членов собора имели степень кандидата наук. Большинство из них, конечно, 201 человек имели степень кандидата богословия. Но в то же время были кандидаты права, кандидаты даже физико-математических наук, кандидаты истории, кандидаты э, филологии у некоторых членов собора, как у будущего священномученика профессора Ильи Михайловича Громогласова, было по нескольку кандидатских магистрских степеней. Конечно же, большая часть собора происходили из духовного сословия, а 75 человек происходили из крестьян. Но в то же время 10 человек составляли дворяне, 5 человек составляли мещане. Были представлены и казаки, были представлены и военные. На соборе были два генерала известный генерал Артамонов русский путешественник, географ, и генерал-майор Новицкий, будущий активный деятель скаутского движения в эмиграции. Несколько офицеров. Многие члены собора имели очень высокие гражданские чины, вплоть до действительных, действительных тайных советников. Больше всего было 50 человек в чине статского советника. То есть это были люди, которые десятилетиями занимались управлением различными областями государственной и церковной жизни. Когда мы готовили биографии членов Собора к изданию, они до сих пор продолжают готовиться, и мы надеемся, что в этом 2024 году этот большой том с биографиями Соборян увидит свет мы поразились огромному количеству их научных и публицистических трудов почти все члены собора что-либо писали как-либо высказывали свои общественные политические церковные взгляды и библиография к жизнеописанием членов собора составляет едва ли не большую часть подготовленного нами тома и, значит, получается, что у 200 человек из 600, как я уже раньше говорил, дальнейшая судьба после собора неизвестна. Я убежден в том, что необходимо в дальнейшем изучать жизнь этих членов Всероссийского поместного собора. И это вполне возможно, потому что на на местном уровне, местными исследователями. Э, стоит только серьезно взяться за какого-то члена собора, э, как начинают открываться ранее неизвестные детали его биографии. Надо сказать, что значительное число членов собора посвятило свою дальнейшую жизнь служению церкви. И здесь, и здесь речь идет не только о духовенстве, которая, конечно же, не оставила своих своего служения. Многие из членов собора, которые в 1917-18 году имели просто священный сан, впоследствии стали архиереями и имели очень большое, очень большой авторитет в церковной среде. Тут нужно, конечно, сказать, например, о Архиепископе Дмитрии Градусове, который еще мирянином был на Всероссийском поместном соборе, о протерее Леониде Туркевиче, который впоследствии стал представителем Православной Церкви в Америке. Николай Иванович Знамеровский стал иеромонахом, впоследствии епископом и был репрессирован, удостоился э -э мученического венца. Таким образом, среди э -э Священников и мирян, которые участвовали в Всероссийском поместном соборе, около 20 человек стали архиереями. 11 человек мирян приняли священный сан в, в, во время собора и после собора. Среди них, например, такой выдающийся ученый, выдающийся деятель э как российской науки, так и э российской иммиграции, протеерей Сергей Булгаков, он тоже был очень активным членом собора. Надо сказать, что очень малое количество членов собора прожило долгую жизнь. Тем не менее, один из членов собора, по нашим сведениям, дожил до 1980-х годов. Хотя на соборе он был еще вполне молодым человеком. Двое скончались в 70-х годах. 15 человек дожили до 60-х годов. 17 человек в 50-х годах. И, но большая часть, конечно же, завершили свою жизнь в 20-х, 30-х годах, годах. Из 600 человек 100, человек 100 членов собора постигла насильственная смерть. 101 человек был расстрелян. 6 человек умерло в тюрьме, 3 человека в лагере. Трое в период блокады Ленинграда. Всего 191 человек подвергся репрессии, даже если не были расстреляны. То есть, кроме того, еще около 90 человек прошли тюрьмы, ссылки, лагеря. А, и, значит, 80 человек оказались в эмиграции. Но ну, некоторые из них просто не смогли попасть обратно в СССР. А, профессор Сергей Николаевич Булгаков и профессор Антон Владимирович Флоровский были просто высланы из страны советской властью. Таким образом, именно эти люди, члены Всероссийского поместного собора, во многом составили и основу для будущей церкви, которая постепенно восстанавливалась после репрессий в 1940-х, 1950-х годах. Они составили основу, костяк эмиграции российской, как зарубежной церкви, так и других деноминации, например, западноевропейского экзархата, православной церкви в Америке. И там многие из них очень активно воплощали в жизнь решение Всероссийского поместного собора. Потому что как раз решения Всероссийского поместного собора были направлены на то, как церкви жить без, без поддержки государства как церкви жить, будучи не, уже не в положении гла, э, господствующей церкви, но даже в этом положении, и не, не смотря на это положение, церковь вполне могла развивать те основы своей жизни, которые заложены в Евангелии, которые заложены в апостольский век, которые заложены святыми отцами, то есть нести Слово Божие людям. И... На соборе обсуждалось очень большой круг вопросов. И в них принимали участие практические деятели. Обсуждались вопросы и духовного образования. Обсуждались вопросы миссионерской жизни. Обсуждались вопросы э, кни, книгоиздания. Э, участие церкви в, общественно, в общественной жизни. Услоение э, приходов на как в организационном плане, так и в богослужебном плане, так и в материальном плане, в хозяйственном плане. И изучение трудов Всероссийского поместного собора, вот того цвета российской церкви, того цвета российского общества, который собрался в критические переломные дни в Москве на свои заседания, оно имеет неприходящее значение и в нашей жизни, и в нашей церковной жизни. Труды Всероссийского поместного собора продолжают издаваться при Новоспасском монастыре по благословению святейшего патриарха. Все новые и новые тома выходят и знакомят своих читателей с документами, принятыми на Всероссийском поместном соборе, с речами, с мнениями его членов, с самим ходом заседаний. И вот скоро выйдет том, который посвящен биографиям этих деятелей, членов Всероссийского поместного собора. И я, как один из ответственных редакторов группы при Новоспасском монастыре, надеюсь, что эти труды будут и в дальнейшем изучаться, что они станут основой для усвоения нашей церковной жизни и в наши непростые времена. Потому что с, со времени окончания Всероссийского Поместного Собора в 1918 году такого представительного собрания Российской Православной Церкви, в котором вы приняли участие на равных и крестьяне, и монахи, и архиереи, и профессоры э, до сих пор не состоялось в силу различных причин, в силу того, что в церковь уже не входит большая часть современного российского общества. Э, и поэтому особо актуально изучение, как документов Всероссийского Поместного собора, так и самого хода его, как люди смогли организовать свои заседания, как они смогли организовать свою работу, как они смогли так э, осуществить замысел Божий, волю Божью, которая реализовалась в работе этого Всероссийского Поместного собора. Потому что действительно церковь живет по промыслу Божьему. Воля Божья реализуется в жизни церкви. и вот как она конкретно реализуется в конкретных событиях, это изучается как раз церковными историками и мы стараемся рассказывать, как можно большим слоям и церковных людей и людей пребывающих вне церкви, о этих событиях, о том, как воля Божья в них реализуется.